Наташ, ну ты готова? Все, давай, быстрее. Мы опаздываем. 8 часов утра уже. Третий день подряд. У меня опоздание. Я не знаю, что там со мной сейчас уже сделают. Быстрее. Автомобиль. Понял. Сегодня капитан будет на разводе. Все, один к одному. Что с машиной, я не понял. Что с машиной? Скособочено все. Да елки-палки. Два колеса спущены. Как ты вчера доехала, я не понял. Ну два колеса спущены, как мы Черт возьми. Ну все, поедем на моем тогда. Сейчас уже времени нет. Забор. Второй. Свалить. Движение на восток. Второй. Слезай. Понял. Второй. Жду распоряжения. Второй. Садись в автомобиль. Понял. Давай, 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 Наташ, вы быстрее, ну реально опаздываю. Ну что значит не поеду? Давай быстрее. Все, поехали. Сейчас меня там разорвут просто. Держись. Назад доберешься на маршрутке. Я сегодня не успею. Вон твои уже стоят, ждут. Все, давай, целоваться некогда. Второй, вылезай. Понял. Второй, жду. Волков, ну-ка быстро сюда! Блин, черт. Не успел оторваться. Товарищ капитан, сержант Волков по вашему приказанию. Волков, вы совсем охренели? Вы позавчера опоздали. Сегодня опоздали. Сколько можно? Я вас обещал принять в отношении вас меры за нарушение дисциплины. Товарищ капитан, ну так получилось. Машина, колесо пробито. В общем, пока вот второй аппарат свой раскочегарили. Автобус у нас не ходит, вы же знаете. Волков, вы меня задолбали уже своими объяснениями. Ну, прошу прощения, разрешите переодеться. Бегом! Есть! Бери, нарвался все-таки, да? Эх, ну что тебе мешало, блин, на 15 минут раньше выйти машину посмотреть, но... Гад злопамятный. Товарищ капитан! Разрешите встать в строй? Разрешаю! Бегом! Есть! Так. Значит,
Задача на сегодня без изменений. У нас сегодня четверг, рабочий день. Внимательно слушать указания дежурного, выполнять все распоряжения, соблюдать строго законность, соблюдать вежливое и корректное обращение с гражданами. Значит, экипаж 205-й, особое внимание магазину «Лаванда». Там что-то, какие-то терки между владельцем и старым и новым владельцами, поэтому проедьте там, посмотрите, поговорите, что там у них происходит, какие-то проблемы у них. Вы поняли? Так точно, товарищ капитан, понял. Так, ну остальные по распорядку. Значит, если будет какая-то новая информация, то дежурный до вас всех доведет. Все, на этом заступаем на маршруты. И соблюдать, в общем, законность, вежливое отношение к гражданам. Все понятно? Разойдись. Ух, ну что, гроза миновала. Можно выезжать. Фух, ладно, поехали. Все, садись в свой автомобиль. Понял. Капитан пока здесь, покоя нам все равно не даст. Чё, по кофейку для начала. Так, мы и в магазин съездим там своим чередом, я думаю. Что-то действительно у них там терки какие-то такие резкие, по-моему. 500 метров, прием. Так. Всё. Сейчас я пока за кофе. О, новой надписи такой не было. Чисто. Здорово, мужики! Ну что у вас тут? С утра, да? Несмотря на рабочий день. Вон ваш автобус. Так, ладно. Давай. На, держи. Ты, поехали. Вон уже ДПСники вовсю начали работать. Ты что делаешь, творишь? Ты обалдел, ты смотри, кто это такой? Ты видел его, нет? Я первый раз эту машину вижу. Совсем охреневшее тело. Так, ну чё, пойдём поговорим, что у них там случилось. Так, Юр, ты чё, посидишь? Второй, вылезай. Понял. Дим, пошли, побеседуем. Да, автомат оставлю. Давай, распоряжение. Да и броник пока сниму. Патронов больше нет! Пошли. Второй. Движение на запад.
Ну привет, что у вас тут происходит? Сказали, какие-то у вас терки с бывшим владельцем. Второй, жду. Да, это не то, что терки. За папы все его. Наш директор, в общем, ее себе переманил. И, судя по всему, у них там все серьезно. Чуть ли не замуж зовет. В общем, а Димка Бык, он там весь, блин, в ярости. Грозится сжечь магазин, разбить все. Сам знаешь, он откинулся 3 года назад. В общем, беспредельщик. Честно говоря, опасаемся. Вот. Директор там со своей стороны обещает людей вижу поднапрячь. Цель, солдат. Направление в общем, 100 метров. Прием. Ну, понятно. Короче, мужики, вижу цель, солдат. Направление если будет метров. Какая-то прием. Тут ерунда, 0, 7, 9, 9, то 0, давайте 9, сразу звоните, подъедем. Где Лиска? Здорово, Лиска. Из-за тебя опять, что ли, сыр-бор тут? Мы думали, тут бизнес делят, а они тут тебя, оказывается. Сама напугана, говоришь? Кошмар. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием. Короче, поехали, наверное, поговорим мы с быком. Что-то они тут все сильно очень напуганы, я смотрю, реально боятся. Димон, поехали. Да, стволов не дойдет у нас. Димон! Блин, ну вот он. Димон, поехали! Димон! Второй, садись в автомобиль. Понял. Ну ты смотри. Бип-бип, Димон, поехали! Второй, готов действовать. Ой, ладно, давай, сейчас поедем, поговорим там с ним, да, потом дальше по ситуации, в общем. Так, ты адрес его помнишь? Нет, я что-то смутно. Он где-то на окраине, в новостройке там где-то крайне живет. А что за хрен? Да там 3 года назад реально откинулся. Хулиганка, у него корешей много. Вроде еще с оружием там что-то тема была у него, но там не доказали, не нашли. Да. Опасный тип, короче, да? Может устроить беспредел. Да может запросто. Ладно, сейчас постращаем его немножко. Вот он где-то здесь живет. А, вон, по-моему, его тачка, да? Да, действительно, неудивительно, что у него бабу увели. Так, а вон и он, кажись. Так, ну чё, парни, пойдемте, наверное, пообщаемся мы с ним. Все, слезай. Понял. Второй, готов. Третий, жду. Второй, движение на юг. Ясно. Так, здорово, второй, бык. Готов. Тут на тебя наговаривают плохое, слышал? Ты что такое, начальник? Я вообще не при делах. Ты же знаешь, я завязал. Димон, ты давай, нет, не борзей. Если реально говорят, как ты там собираешься магазин что-то подпалить или разгромить, то вернешься оттуда, откуда прибыл. У тебя, конечно, срок твой закончился полностью. Ты типа чист перед законом. Но, блин, загремишь по новой только в лед. И уже как рецидивист, я тебе серьезно говорю. Потому что заяву на тебя напишут. Да не боюсь я. Никаких заяв. Ну, я тебя предупредил. Смотри. И своих пацанов тоже предупреди, чтобы не вздумали рыпаться. Потому что, сам понимаешь, дело такое. Загремите всей компанией. Там у хозяина магазина, между прочим, свои там завязки с братанами. Причем с кавказцами какими-то, насколько я слышал. Все будет в порядке, начальник. Ну ладно, как знаешь. Поехали. Смотри, если будет вызов, в общем, заберу и не отвертишься, понял? Поехали. Все,
Садись в автомобиль. Понял. Третий готов. Второй готов. Ну как ты думаешь, пронял его? Да, рожа такая. Может да, может нет. Черт его знает. Не работает, чем занимается, непонятно. Ну, скорее всего, по старой дорожке пошел. Посмотрим. Главное, чтобы не на нашей смене, правда? Ну да, поехали. Так, куда метнемся? Задачи выполнили, профилактическую работу провели, всех предупредили. Давай, проедем по сектору и... Еще раз по чайку. Базе 205 на связи. Что по магазину? 205 докладывает. По магазину, в общем, провели работу, разъяснили гражданам, в общем, профилактировали ситуацию, обещали воздержаться от резких шагов. Вас понял. Тишина какая-то, да? Кого вообще? Ладно. Поехали, наверное. К ларьку. Шуганем братву, если не разошлась, потому что они там явно накачиваются. Как бы узить не начали, да? Ну и присмотреть надо уже кого-то. Описать, я думаю, правильно. О, ну это... Что тут? Кто у нас проехал такой? Габаритный столб снес. Надо коммунальщика вызывать и гаишникам сообщить. Все, прекратить огонь. Двести пятый базе ответь. Что у нас там? 205-й на приеме, слушай. 205-я, индустриальная, 18, квартира 63, заявление о пропаже человека. Проедьте туда побыстрее, пообщайтесь, там ребенок пропал. О, давайте, парни, погнали. Все, садись в автомобиль. Понял. Третий, ну. Второй, готов. Что у нас там такое? Ну, доблестные гайцы. Здорово, мужики! Слышали, что там бахает? Нет, не в курсе. Поехали. А там, кстати, хорошие дома. Новостройки. Слышь, опять что-то бахнуло, да? А вон тот дом, да, 18-й. Первый подъезд. С угла. Так, парни, давайте я пойду пообщаюсь, что там у них происходит. Посидите пока. Здравствуйте.
Вызывали полицию. Что у вас произошло? Да дочка с Генкой-наркоманом опять из дома сбежала. Найдите, пожалуйста. Он где-то здесь опять в гаражах ныкается. Тварь такая. Я его ноги вырву. Гаденыш. А я вот предупреждал, с лестницы спускал. Он опять все за свое. А где может находиться? Да в гаражах. Вот здесь где-то у него разборка занимается. Вообще, арестуйте его. В гаражах, неподалеку. Ну, я примерно знаю, наверное, о чем вы говорите. Так, дочка совершеннолетняя. Да, 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 только вот исполнил. Ну, я понял вас. Ладно, хорошо. Так, ну, тема такая, похищения никакого нет. В общем, дочка загуляла с каким-то наркотом, Генкой, с разборки, где-то в гаражах тут неподалеку. А, я знаю такого, да? Ну да, 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 там действительно наркоман, ну не знаю, он еще завязал, не завязал, лечился он 10 раз, там его родственники, диспансер засовывали, на разборке работает. Ага, ну я понял. Ладно, база 205-й докладываю. Значит, ну похищение не подтвердилось, ребенка тоже не подтвердилось. Тут волнуются из-за того, что дочь ушла из дома с наркоманом неподалеку работает. Мы сейчас проедем, проверим. Да, занимайтесь 205-й, на связи. Поехали. Тут гаражей-то немного. Сейчас мы быстро тут, я думаю, прочешем. Ну вот гаражи, давай сейчас здесь глянем. Но здесь нам показ все, как бы не будут они здесь, да и не ловили. Тут есть другой гараж интересный. Там они бывают, занимаются делишками своими. Не, ну здесь никого у нас нет. Еще, давай, для очистки совести вон туда вон заедем. Ну там открытое место. Полиция, они там не будут. Не, никого нет. Нет, нет. Так, ну давай сейчас еще одно место проедем. Там подальше у нас гаражи интересные есть. А Генка, по-моему, где-то вот здесь работает. А напротив разборка у них. Машина у него вроде здесь стоит обычно. Ну-ка, давай. Аккуратненько заезжаем. А вон тачка. Не его случайно. Его, по-моему. Так, Юрок. Давай-ка ты сейчас потихонечку. Сейчас мы его хлопнем, заодно посмотрим, чем занимается человечек. Вот, неожиданность, да, сейчас будет. Засуетились, засуетились, давай, заскакивай к ним. О, все, приплыли, Геннадий. Третий, слезай. Понял. Здорово, Гена. На тебя тут жалуются. Ну-ка давай-ка ручки на руле держи, чтобы я их видел. Второй, вылезай. Так, ну, да-да-да-да-да, вон у него что-то там прячет, ну все. База 205, значит, в гаражах по заявлению будем заниматься с гражданами.
Все, отлично, я вас понял, занимайтесь. Все, прекратить огонь. Димон. Димон, дождь идет. Залезай, промокнешь. Промокнешь, заболеешь. За тебя работать никто не хочет. Вот увлеченный человек. Внимание, база, говорит, всем нарядом, срочно у собора святого Павла. Подозрительные люди с оружием угрожают священникам, срочно прибыть туда. Димон, второй. Поехали, автор. У нас вызов срочный. Давай, Димон, заскакивай, поехали. База 205, вызов принял, поехали. Что-то у нас давненько такого не случалось, да? Двести пятый на связи. Как долго? Ну, минуту, подъезжаем уже. Значит, 205-й, ускорьтесь. Люди с пистолетами угрожали священникам, два человека, машина оформленная, там, символика какой-то религиозной. Я понял вас, уже подъезжаем. Сейчас, давай заедем отсюда. Так, вон гайцы доблестные. Давайте, аккуратно. Вот машина, да, действительно, стоит. 205-й, база принял. Стоять! Останавливаемся. Останавливаемся. Что за номер у них? Смотри, база не подчиняется, пытается уйти автомобиль. В общем... Оформлен какими-то разрисован полумесяцами, внутри два человека, ведем преследование. Номер видишь? Останавливайся! РТ-91-912! Блин, с оружием выскочил! Блин, пытается уйти! Стой! Блин. Оставайся. Так, третий. Юрок. Оставайтесь с ним, я преследую второго. База 205. Преследую второго. Останавливаемся. РТ-91-912, применять оружие буду на поражение, останавливайся. Ты гад, а?
Веду преследование! Останавливайся! Все, догнал 205-й базе. Остановил автомобиль. Глуши двигатель. Глуши двигатель, останавливай машину. Все. 205-й базе, автомобиль остановлен в дворах частного сектора по улице Крупской. Водитель не выходит, прошу помощь. Все, ГАИ прибыли, прибыли ГАИ. Все. Задержали. Значит так, мужики, чтобы соседи больше на вас не жаловались. В вечернее время музыку не гоняли, песни блатные не орали, понятно? Еще раз сюда приеду, все поедете в отдел. Самым борзом, вот тебе, да? 15 суток обеспечу. Все понятно. В 205-й базе ответь. Что там опять сегодня? Что ж сегодня творится-то такое? Ну? На связи 205-й. Магазин «Лаванда». В общем, группа вооруженных людей вошла, крушит магазин. Угрожает посетителям, продавцам. Черт возьми. Второй, вылезай. Понял. Я понял, 205-й. Вызов принял. Так, ну погнали, в общем. Я так и думал, что добром это все не кончится. Садись в автомобиль. Садись в автомобиль. Третий, готов. Понял. Юро! Готов. Поехали. Под вечер. 15 минут до пересменки, и, блин, такие фокусы начинаются. Давай-ка без сирены. Смотри, кто-то бегает с оружием там. Давай-ка, наверное, выгружаемся. Блин! Черт побери! Третий, убит. Второй, вылезай. Замечен. Открыт противник. Огонь по нам! Запад, 50 метров. Блин! Прием. Второй, готов. Чё, что с иди, Димоном? Чисто. Ладно, пошли. Просим помощь, 205-й, обстрелянный, у нас раненый, просим помощи. Нужна скорая помощь, не одна. Тут пострадавшие есть.
Вижу цель. Автомобиль. Направление 50 метров. Прием. Второй. Юрок. Движение на запад. Направление 50 метров. Прием. У нас раненые есть. Группа, цель, автомобиль. Есть. Группа, цель, автомобиль. Живой. Так, авошники прибыли, база. Группа, цель, автомобиль. Есть. Группа, цель, автомобиль. Есть. Группа, цель, нож брось. Группа, цель, оружие. Автомобиль. Брось оружие. База 205. Гранаты кидает кто-то. Брось нож. Брось нож, я сказал. Обалдеть. Вижу цель, мужчина. Направление 50 метров. Прием. База 205. Помощь нужна. Ведется перестрелка. Цель, мужчина. Цель нейтрализована. Авошники с кем-то перестреливаются. Второй. Цель, автомобиль. Действуй. Иду. Сектор чист. Замечен противник. Мужчина, юг, 100 метров, прием. Третий, цель, мужчина, действуй. Ясно. Двигай. В 205-й базе перестрелка прекратилась, нужна скорая помощь, как можно больше, у нас пострадавших много, ранен сотрудник. Юрок. Второй. Движение на запад. Выполняй. Блин, Толик. Димон. Блин, Димона. Второй. Готов. Димон ранен. 205-й. База 205-му. Срочно. Срочно помощь нужна, у нас ранены. Второй, цель, мужчина, действуй. Атакую цель. Двести пятый. Ведем поиск подозреваемых. Двое скрылись. Второй. Садись в автомобиль. Понял.
Вот он! Юрок, видишь его? Понял. Блин, да где он, гад? Вот он, Юрок! Вот он стоит, гад! Брось оружие! Оружие брось! Второй. Движение на восток. Брось оружие, сказал! Юрок, аккуратно! Брось оружие! База 205-й, подозреваемый, обезврежен, при себе оружие было, ружье двуствольное, оказал сопротивление. Второй, садись в автомобиль. Все, друзья, на этом такая небольшая зарисовка. От нее долго бился. К сожалению, не все пошло так, как планировалось. Но тема достаточно интересная. Хотя арма настолько непредсказуема, что в каждой из сценок происходили какие-то вещи, не запланированные абсолютно. Вот. Если понравилось, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Волк, и всем пока.